История Бендер – это прежде всего люди. Представители разных профессий, лучшие в своем деле, стали победителями муниципального конкурса «Бендерский пьедестал». О торжественной церемонии далее. Бендеры – городской дворец культуры. Сегодня здесь чествовали лучших горожан. Это врачи, инженеры, художники, спортсмены, педагоги и не только. В день рождения Бендер их отметили почетными дипломами и денежными премиями. Образование и спорт, экономика и бизнес, торговля и бытовое обслуживание. Всего 10 номинаций и 13 победителей. Все мы желаем видеть наш любимый город краше и лучше. Ведь Бендер – это наш общий дом, и каждый может внести свой вклад в его развитие и процветание. Мы делаем все, чтобы каждый житель чувствовал себя комфортно и уютно. Благоустраиваем детские сады и школы, ремонтируем социальные объекты, славим город спортивными победами и культурными достижениями. Все это заслуга каждого из вас. Мы чествуем лучших в своих специальностях, в своей профессии в городе. Мы чествуем тех, кто, несмотря на сложные экономические условия, вкладывает в развитие нашего города. И благодаря вам, в первую очередь, наш город становится краше и лучше. Дорогие друзья, в вашем лице я хочу поздравить всех бендерчан с прекрасным днем нашего города, пожелать вам мирного неба, счастья, благополучия, тепла в ваших домах и, конечно, новых интересных идей, предложений и трудовых подвигов во славу Бендер, во славу Приднестровья. Татьяна Высочан – победитель в номинации «Здравоохранение». Работает на станции скорой медицинской помощи. Начинала врачом выездной бригады. Теперь старший врач смены. Она не только выезжает на вызовы, но еще организует и контролирует работу диспетчеров и других медиков. Это даже не работа, это уже образ жизни. Больше 40 лет в этой профессии. А самое важное, это когда получаешь моральное удовлетворение от того, что ты сегодня спас еще чью-то жизнь, а бывает и не одну за смену. Вот это самое главное. Игорь Байбара – тренер школы борьбы. Учит мальчишек кикбоксингу. За 6 лет работы уже воспитал призеров и чемпионов разного ранга. Таких, как Илья Ханкевич, Михаил Антоха. Сегодня он сам победитель в номинации «Спорт». Всю жизнь занимался спортом, и сама среда спортивная дает подпитку мне как тренеру. И передача нравственных навыков, которые мы отдаем своим воспитанникам, это, мне кажется, благо и радость. Их шаги, их успехи, это все как бы радует жизни. Победитель в номинации «Культура и искусство» Сергей Горбаченко, ректор Бендерского высшего художественного колледжа. Четверть века назад он сам закончил это учебное заведение. С 2016-го его возглавляет. Я уже влился в сформированный, активный, креативный, очень грамотный профессиональный коллектив. И сейчас я горжусь работать с такими людьми, с такими профессионалами. Это действительно люди с большой буквы. И то, что они вкладывают в нашу республику, в художественное образование Приднестровья, это неоценимо. Еще сегодня в ДК Ткаченко наградили и руководителей некоторых бендерских предприятий медалью за вклад в развитие города. Ее городские власти учредили в 2018 году. Конкурс «Бендерский пьедестал» проводят уже 6-й год подряд. После фотографии победителей всех номинаций размещают на доске почета в центре города.